приехали Жичка. У нас тут порядка 3 часов. Сейчас надо вспомнить, где какие мороженки, пироженки. Пройтись по центру, освежить память. Не мороженки, пирожные, а горячий чай или кофе. О, да, чай. Кому кофе. Что? В общем, мы идем на пляж. Так, переделанный под торговый центр старый советский кинотеатр. И тут, возможно, центральная улица. Надо свериться по Google Maps. Мы идем на пешеходный мост. Большой фонтанчик. Очень приличный центр. Все так сильно огородно. Продолжаем двигаться к мосту. Так, вышли на мост. Через железную дорогу. Там вот причал. Справа от нас набережная с мороженкой. На горизонте видно озеро. Дошли до конца причала. Витрина. Жуть. Холод. Жуть. Холод. Только голый жуть. Только поели. В общем, суть в том, что да, мы начинаем что-то вспоминать. За мной порт. А там вдалеке. Сейчас до другого видео сниму. Кучу-кучу кораблей.
Купальный пляж Гижичка. Желающих искупаться нету. Так что идеальный вариант для интроверта. Пришел на пустом пляжу, искупался, пошел домой. Ну, если не окалил путь. Так, наткнулись тут среди типичных пляжных радостей на такую вот польскую шутку юмора. У них вот колбаса, она кильбаса. Здесь они называют еще кильбус, типа колбасный автобус. Кильбас. По тому мосту мы шли. Такой интересный домик в центре встретили. Терраса, наверное, всей площадью, как наша квартира. Хорошую погоду, вообще, да, идеальный вариант. Ну, вообще, все такое отремонтировано, аккуратненько. О, 2011 год. Интересно, это будет когда-нибудь восприниматься, как 1600? Какой-нибудь. Главная улица. Thank you.